заиграла новыми красками. Во дворе дома 16 по 50 лет в ЛКСМ благоустроили детскую площадку. За кисти, грабли и лопаты взялись представители первичной организации Общественного объединения Белорусского союза женщин во главе с генеральным директором Бобруйска Громаша Надеждой Лазаревич. Перед общежитием предприятия, в котором проживает 500 человек, сотрудники и их семьи покрасили ограждение и скамейки, обелили бордюры, заменили брусья. Здесь также высадили петунии и благоустроили песочницу. В последнее время очень много разных постов у нас на разных телеграм-каналах. Там не так, качели поломаны 2 месяца, да, у нас любят критиковать. Решили показать, что своим трудом тоже много можно сделать не только для себя, но и для своего любимого города. Поэтому мы своим примером призываем всех бобруйчан выйти в парки, во дворы и навести порядок.